Всем привет! Это ваше предсказание на будущий месяц для всех знаков зодиака. Все в одном видео, чтобы вам было удобно. Эти карты показывают правду, и я буду делать 12 раскладов на 12 знаков зодиака. Приглашаю вас получить благословение, узнать, какие энергии будут вам помогать в следующем месяце. Так, вот у нас две первые карты вышли. И эти две первые карты для овнов. Для овнов. О, смотрите. Еще третья карта для овнов вышла. Хорошо, пусть будет три. Итак, у нас три первые карты для овнов уже на столе. Далее я буду смотреть для тельцов. Тоже три карты возьмем. И для близнецов. Для тельцов у нас три карты. И для близнецов три карты. А здесь все видно. А для овнов нужно вам, видите, как раскрыть глаза, увидеть все, каким оно есть, потому что вы прячетесь от каких-то событий, от какой-то информации вы прячетесь. Откройте глаза, реально смотрите на вещи, называйте все своими именами, тогда вам будет проще принимать решения. Здесь я вижу, видите, ветер перемен, у вас что-то новое будет в жизни. И это карта свободы, традиции и умение сделать так, чтобы ваши традиционные фамильные ценности, ваши ценности общечеловеческие вам способствовали. Если говорить здесь более конкретно, то вы откроете глаза на партнерство. Прежде всего, видите, это человек-мужчина, партнерство. У вас будет более понятно, как партнера понять, как с ним или с ней взаимодействовать. А также ветер перемен, касающихся денег или финансов. У вас будет новая возможность. Деньги, финансы, здесь все прояснится. Здесь как космос, многие из вас найдут хорошую работу или поправят свои финансы. Вот такие две сферы будут для вас актуальны в будущем месяце. Для тельцов здесь у нас три карты, которые говорят символами о вас. Но вот тоже, видите, вы закрыли глаза, как-то вы хотите, чтобы вам было тепло, комфортно и уютно. Это правильное желание, потому что главное счастье вообще-то это комфорт. И я скажу, что месяц будет комфортный, уютный, у вас все получится, как вы хотите. Все планы ваши реализуются. Кто-то вас очень любит, и где-то будет с кем-то свидание или встреча новой любви. А также я здесь вижу какой-то танец. Вы знаете, танец – это выражение себя. И это когда вы счастливы. Вы будете счастливы. Довольно легкий месяц, приятные встречи и комфорт. Это для тельцов. Что касается следующих знаков, это у нас близнецы. Я здесь вижу, что вот такая вы маленькая девочка, внутренний ребенок должен вас как-то заставить, наверное, посмотреть, подумать, что, какие слезы здесь, как лужа слез, да, что вызывает у вас отчаяние, тревогу. И, ну, как не избегать этого, потому что здесь вы просто как маленькая девочка свернулись в клубочек, вы избегаете чего-то, что нужно решать, потому что здесь такая алхимия, видите, происходит сейчас. Вы что-то меряете, что сколько всего нужно, хватит ли на это или на другое денег, как с продуктами. А вам советуют
этот расклад больше смотреть, выбирать то, что главное в жизни, и соразмерять все, да, вот делать такие расчеты, хорошие расчеты и планы, потому что вы здесь такой мудрый очень человек. Вот здесь ваш мудрый архетип, как вот верховная жрица, да, Таро. А у вас какое-то глубокое преображение будет, исцеление каких-то детских травм и тоже соразмерная жизнь. Распределять там финансы свои, продукты, питание, свою энергию распределять, и у вас будет все хорошо. Карты говорят, что если вы будете, вот, ну как, если пожелаете следовать их советам, то у вас будет все правильно. Что-то у нас здесь вышло. Эти все карты вышли сами, да? Давайте их будем рассматривать. Я их еще раз перемешаю. Так вот, хорошенько. Итак, у нас здесь для раков три карты. Какие-то маски вы должны снять, или же кто-то из вашего окружения, кто... Все-таки под маской кто-то есть, да, в вашем окружении. Люди, которые где-то вас обманывают. Это для раков. А также, смотрите, вы читаете книгу, и вместе с тем вы эту книгу используете для себя. Видите, у вас глаз через книгу. То есть вы как бы видите больше, чем в тексте написано даже. И у вас здесь вот какая-то монахиня и монах. То есть это внутреннее ощущение... себя как отшельника немножко есть. Вы, может быть, грустите, может, вы чувствуете какое-то одиночество. Окей, для львов. Вот эти карты для львов. У львов здесь, смотрите, воздушный шар, то есть мечты будут исполняться, карта вдохновения, карта чему, обучения чему-то. Обучение каким-то точным наукам, может быть, распределение финансов, опять же. И вот это внутреннее ощущение рода вашего, род по материнской линии вам помогает в чем-то. Еще возьмем одну здесь. Это для дев. У девы сфера любовь. Какое-то письмо получите. И еще может переезд. Вот видите, земной шар, вы думаете, куда вам переехать или где устроиться на работу, как двигаться дальше в жизни. Вот, вот очень интересное время для дев, потому что здесь вы двигаетесь куда-то дальше, вы планы строите, мечты, они сбываются. Кто-то вас очень любит. Вот похоже на человека вместе с тем, как лампочка в голове, сердце, видите. Кто-то следит за вами, любит, хочет с вами быть. Это для дев. Будет письмо, извещение, какие-то бумажные дела решаться. Ну, в общем, будет движение. Движение, может быть, переезд или переход на другую работу, и здесь кто-то вас любит. А что касается львов, давайте посмотрим еще раз. Это родовая мать, род по материнской линии вас поддерживает, помогает вам. Вы какие-то планы строите и рассчитываете свои финансы, и вдохновение, и мечты исполняются. А для раков еще раз скажу, что нужно сбросить маски. Кто-то вас обманывает. Вокруг вас есть какие-то люди, которые вас обманывают. Вот так притворились святошами, а на самом деле у них свой план. Берегитесь. И нужно, знаете, наблюдать вам. Видите, вы наблюдаете такое чувство, вы читаете книгу, а на самом деле наблюдаете за жизнью. Это месяц наблюдения. Все взвешивать, наблюдать, не торопиться, может отдыхать побольше для вас. А вот конкретно все так по делу, коротко. Теперь посмотрим для весов. Что-то вас связало, видите, по рукам и ногам что-то вас связало. Может, родственные связи. Какие-то родственные связи, да. А потом для весов это карта популярности. Популярности карта. И как рыцарь. Кто-то спешит, хочет с вами связаться, хочет с вами быть. А это встречи. Какие-то встречи ждут весов. Или встречи хорошей работы, или отношений. Но еще у вас очень сильные родовые связи, или это дети ваши, родители, может, кто-то в гости приедет к вам, или вы поедете. Но здесь тоже карта вот вдохновения, там, где звездочки, и вы популярны, вы прославитесь, может быть, сфера такая прояснится, как работа, популярность ваша в профессии или еще в чем-то. Но вы красивы, вы будете блистать.
А теперь это касается у нас скорпионов. Какое-то партнерство, очень хорошее взаимопонимание с любимыми людьми. Вы здесь взращиваете что-то, видите, вы здоровье свое улучшаете, режим дня улучшаете. И вот внутренний ребенок ваш просто улыбается, потому что вы правильный образ жизни ведете и улучшаете отношения свои. Вот этот месяц он улучшит отношения в паре и правильный образ жизни. Так что все будет замечательно в этом плане. Итак, тут что-то одна карта показала себя. Это для стрельцов. Смотрите, как интересно здесь. Вот там, где вы сидите сейчас, это пространство для вас слишком маленькое. Видите, вы согнулись так буквально. Согнулись, это пространство для вас тесное. Может, вам на работе тесно, потому что вы переросли эту должность, да? Вам больше не интересно в этой должности, вы хотите двигаться дальше. А вот вам нужно высвободиться, нужно высвободить какую-то свою творческую энергию. Может быть, посмотреть, где другая работа есть, там побольше платят, там интереснее должность, или у вас, или у ваших любимых. А также здесь, знаете, вы и ваши дети, как какой-то уют домашний, и взаимопомощь будет, взаимопомощь в семье. Ну и любовь, смотрите, для многих это, для стрельцов найдете новую любовь, или же будет свидание, будет примирение. В общем, счастье такое в партнерской жизни очень классно будет. Итак, еще раз просуммируем. У нас здесь для весов, видите, карты одного фона, фиолетового такого. Встреча, всадник, это встреча любви. И опять же, тесные узы семейные, да, и ваша популярность. Для скорпиона вот в каком-то танце, вот здесь взаимопонимание. И внутренний ребенок радуется, знаете, когда праздник внутри, как в детстве было, это у вас такое будет. И улучшение здоровья, здесь витальность, здоровье. Ну и я сказала для стрельцов. Давайте будем смотреть еще для трех знаков. Я хотела сделать коротко. Меня просили сделать в одном видео, потому что люди не могут найти. Может, кто-то смотрит из телевизора, неудобно найти мои видео. Я обычно делаю по каждому знаку отдельно. Это сделаем так этот раз. Ну вот кто-то вам служит, кто-то хочет вам оказать услугу. Вот деньги. Вас засыпят деньгами, да, мешок золота по судьбе. И здесь еще карта, вот видите, солнце в голове, несмотря на погоду. Ведь такая погода, которая сверху, ну, в природе, это не обязательно, что такая погода внутри. Внутри у вас всегда хорошая погода. Солнце в голове – это прояснение пути, витальность. Очень, очень хорошо, кстати, это было для козерогов. Для водолеев. Вот вам, знаете, что-то, видите, вы идете вперед, и сопротивление, какое-то сопротивление. С такой большой нагрузкой вы движетесь вперед, вам нужно отпустить эту нагрузку. Что-то вы сдерживает что-то вас. Может, это третье лицо, влияние кого-то. Здесь для козерогов. И вот, видите, какое-то творчество, как такая терапия. Тем, что вы рисуете что-то, может, свои травмы рисуете, или наоборот, вы рисуете свои мечты. Вы указываете на то, что вы хотите. Вы хотите взращивать свою мечту. Но сопротивление идет от третьих лиц, от каких-то других людей идет сильное сопротивление. Может быть, в семье кто-то вас не понимает. Но вот это такой танец жизненный, как бы ваши архетипы внутри. И такой космос, видите, эти точки – это другие люди, люди как другие планеты. И вы вместе с тем находите возможность избегать трений между другими людьми, но вас сдерживают какие-то третьи лица, может быть, на работе или дома, потому что мечта ваша должна осуществиться. Но есть помехи в жизни. Эти помехи вы в будущем месяце преодолеете. Итак, что мы видим для рыб? Видите, как интересно, карты выходят одного фона. Интересный такой фон. Но кто-то вам вот в ухо что-то шепчет, кто-то хочет вас в чем-то убедить, да? Это какие-то люди другие, и им выгодно в чем-то вас убедить. А вот видите, вам это сплетни. Кто-то сплетничает, наушничество такое, не слушайте, может, на работе или дома. Какие-то сплетни вас распускают, не слушайте. Но обычно люди говорят сами о себе, потому что глупые люди говорят плохо о других. Каждый же понимает, что они говорят о себе.
Вот, но вот кто-то или вам будет что-то шептать на ухо, или как-то вот возле вас будут сплетни. Но вот здесь вы спортсмен, победитель, такой олимпийский чемпион, да? То есть, другими словами, занимайтесь больше спортом, собой, не обращайте внимания на сплетни. И здесь вот интересно, что это как молния, но вы используете эту молнию как какую-то палочку-выручалочку, что ли, да? То есть это внезапное что-то случится, чем вы сможете воспользоваться именно. Произойдут какие-то события, которыми вы сможете воспользоваться, чтобы себя укрепить или на работе, или дома. Вот здесь вы в очень выгодной позиции, потому что вы воспользовались тем, что на первый взгляд кажется нехорошим или страшным. И вот как, знаете, как leverage такой, вы уперлись во что-то и все равно добились своего, не отступили, и вы молодец, потому что здесь очень хороший расклад, но вам придется напрягаться. Напрягаться, не слушать других людей, но вы прорветесь, все будет хорошо. А вернемся немножко к Водолею. Напомню, что здесь вот отпустите это сопротивление. Иногда так бывает, что сопротивление изнутри. Мы сами себе мешаем, но не верим в свой успех. Или же здесь сопротивление третьих лиц. Потому что вы себе очень хорошие планы сделали, то, конечно же, есть люди, которые хотят помешать. Но я смотрю, что вы своего добьетесь. Но здесь планы могут быть те, которые сейчас у вас. Это или же какие-то ценные бумаги, или дипломы, или еще какие-то сертификаты, или замужество. Ну, какие у вас планы? Или переезд? Все сбудется. Не волнуйтесь. А теперь вот здесь еще напомню про козерогов. Козерогов интересна витальность. Видите, солнце в голове, вы будете иметь прекрасные идеи. Идеи, как заработать денег. Видите, вы деньгами засыпаны буквально. И кто-то хочет вам помочь, вот услужить вам, сделать вам какой-то подарок или же поспособствовать в чем-то. Здесь выплаты или помощь какая-то вам будет. Ну вот, смотрите, как эти карты до уха, они показывают очень мощно, на мой взгляд, очень сильные карты. А пишите, пожалуйста, комментарии, как у вас расклады проигрываются, что вы хотели бы, чтобы я делала, потому что важно, чтобы вам все подходило и вам было вот это все удобно. Ну, а я буду вас видеть на моих будущих видео. Желаю всем счастья, всего самого-самого лучшего и до новых встреч.